Давайте объясняйте. Ты там со звук, чтобы погромче было. В интернет выложим. Номерочек вот этот вот 079РМ. Да, готовьте, ребят, по 100 рублей. Мы сейчас посмотрим, как нас будут. Нет, вы чего? Пожалуйста. Так. Приказ. Так. Читайте. Утвержденный Министерством природных ресурсов. Так, приказ. Пожалуйста. Утвержденный. Где печать-то? Я плачу. Печать-то где? Там, где есть. Это ксерокопия. Там, где есть, да. Это ксерокопия. Ксерокопия. Тоже мне, да. А здесь что у нас? Где приказ? Вот подпись Захаров. Да. Директор ФГУ Национальный парк. Это федеральное. Плещеево озеро. Приказ. Утвердить перечень услуг, работ и иных видов деятельности, предоставляя ФГУ Национальный парк Плещеево озеро. На платной основе. На платной основе согласно калькуляции к ним. Нет, Слан, плачь мне, пожалуйста. Нет, а что такое? Ты снимай, почитайте, за что берут деньги. Нет, за что берут деньги? За что? Читайте. Молодой человек, вы куда пошли? Уважаемый! С ящиком, с канистрой! Ну пошли, ребят, что? Все никто не уважает. Я на Буране все равно туда приеду. Приедешь, ну вот дадим. Да, не надо, Давайте не будем ругать. Михаил Викторович, ладно, не ругайся. Давай, Миш, заплатим, все. Покажи, пожалуйста, удостоверение. Любитель лов. Почитайте, за что? Спортивная охота. Любительский лов. На акватории озера. Счет возмещения затрат на природоохранные и воспроизводственные мероприятия на озере. Мониторинг, очистка озера и прибрежные полосы от мусора. У нас как называется? Пожалуйста. Фамилия ваша. Сидоров Иван Иванович. Какая разница? Моя фамилия, давайте. Так. Нет, ты не клад, подожди. А что такое? Все нормально, что платим? Угу. Ты видишь, они уборку делают туда. Угу, уборку они делают. Парни, вот сейчас понедельник будет, лесники ездят, по 4 трактора возим мусора. Ну это же муниципальное дело, а не ваше. Ну как, национальный парк, особо охраняемый природный территорий. Ну хорошо. Закрытие 20-го, да? С 20 по 9 мая. 20-го еще ловите, нет? Иван Иванович, пожалуйста. 20-го ловите еще или нет? Угу. Вашу фамилию скажите, пожалуйста. Соколов Иван Васильевич. Так и пишите. Почему? Олег Валерьевич? Нет. Отлично. Из-за уборку территории, да? Да? Из-за уборку в том числе. За уборку территории в этом билете. Понятно. Почему за уборку? Вы их прочитали. За что берутся денежные средства? За уборку территории. И нету. Угу. И за рыбную ловлю, да? Вот. Любительский лов на акватории озера. Разрешение на сутки 100 рублей. Любительский лов, вот написано, любительский лов на акватории озера, разрешение на сутки 100 рублей. Несмотря на то, что президент запретил брать за любительский лов на любом водоеме. Есть национальный парк, особо храним природу территории. Это для тех, кто берет в аренду, понимаешь ли, водоем? Да. Ну, водоеме. Кто в аренду берет, там бесплатно? Кто в аренду берет, тот и деньги берет. Соколов. Клиент. Соколов. Фотографирую.